Вот это вторая машинка, да. И она самая, ты думаешь, да? Абсолютно уверен. А тебе не кажется, что вот кто так удобнее держать? Нет, не уверен. Я не уверен, что нет. Ну вот это вроде бы как... Жик-жик. Ничего, я же не понимаю, просто хочу быть она ближе с точки к нашим... Зрения, с точки зрения хозяйки же, правильно анализирую? Я с точки зрения народа. С точки зрения клиента пытаюсь понять, какая удобней. Так, вот это, короче, удобно. Вот у меня лично в руке лежит. Берешь и смотри, вот прям вот даже не два, а четыре даже можно пальцы фактически всунуть. Развесовка гораздо вот интереснее. Вот, вот смотри, вот так, баланс. Я вообще промолчу. Баланс, как бы, например, вот мне вот прям вот очень даже. Она как бы даже кажется, как будто она легче. И прям вот одной рукой можно муздыкать, там гораздо проще. Я просто хочу понять, как чувствует себя человек, который покупает у нас машину. Он замечательно себя чувствует. Он чувствует себя одохотворенным и счастливым. То есть ты берешь вот это вот как бы основание, да, то есть вот это здесь у нас широкое такое, достаточно широкое и толстое, поэтому у тебя такое впечатление, как бы, да. А мне вот проще в том, что в плане она как будто легче, то есть она развесовка мне как-то интереснее, что ли, я не знаю. В общем, мы решили, если работают девушки, то нужно работать вот этим вот такой машинкой. А вот это получается новой генерации, да? Да. Вот, я же говорю, что она мне больше всех понравилась. Вот это не просто так. Вот, а вот это самое. Все, снимаем. Друзья, всем здрасте. Вы на канале Finishing Group. Я с вами Сергей Родионов. У нас такое небольшое коротенькое видео, значит, и анонс. Видео как бы и анонс. Значит, видео о том, что как определить, как бы, нужную вам машинку, которую вы хотите купить. То есть задают много вопросов, как люди, да, то есть они могут разобраться, какую как бы, из трех машинок, вот, допустим, в частности, Штайр, как бы, чем они отличаются, то есть как их заказать, то есть, да, то есть что им как бы, конкретно нужно. Вот, значит, у нас есть три вида машинок, значит, самая первая, Штайр, значит, вторая, значит, генерация, скажем так, то есть рестайлинг этой машинки, то есть первая версия, значит, и абсолютно, значит, новая, это вторая версия машинки. Значит, они отличаются, вот, допустим, первая, как бы, и ее рестайлинговая версия, значит, тем, что у нее обрезиненный корпус, и это видно, да, как бы очевидно, что, ну, видно, как бы они немножко по виду разные. То есть отличить их гораздо, очень просто, именно вот по внешнему виду. Артикулы у первой машинки это SCH-150, соответственно, а его рестайлинговая версия это SCH-01. То есть, в принципе, вот как бы уже, опять же, по артикулу можно как бы отличить. И вторая, значит, версия, значит, абсолютно другой, ну, абсолютно другая, как бы, версия, да, это SCH-02. То есть здесь у нее абсолютно другой вид, да, то есть они, ну, тоже кардинально отличаются, как бы, да, от машин, видно. Магнитный тормоз, как бы, но абсолютно другой корпус. То есть это не спутайте, скажем так, вот. И SCH-02. То есть вот, собственно говоря, просто ничего, как бы, там, заумного и хитрого, да, то есть артикулы, как бы, и внешний вид. То есть, в общем-то, все просто. По внутреннему, скажем так, механизму абсолютно они одинаковые, то есть это бесщеточные машинки, то есть как бы с залитым как бы корпусом, то есть здесь хороший защищенный, с хорошей пылезащищенностью, вот. Выбирайте по деньгам, там, по удобству, по эргономике, и что вам как бы конкретно будет нужно. Вот. Ну и в силу того, что у меня как бы слишком скопилось этих много машинок, да, то есть я работаю, наверное, больше все-таки вот второй как бы версии. Вот, мы разыграем в YouTube нашу первую машинку, первый Штайр. Вот, условия, значит, читайте под видео, но там как бы условия стандартные, то есть подписка, как бы лайк и комментарий. Вот, поэтому вот как бы такой у нас коротенький видосик, да, с анонсом нашего розыгрыша. Вот, все, всем пока.